ты еще не подписался на телеграм-канал, тогда советую это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня у нас будет долгожданное всеми видео покупки обновленного Липицана. Так что сегодня я взяла своего первого липицанчика, Апалового Лорда, которого покупала ровно 6 лет назад, чтобы купить обновленную породу. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! Как мы знаем, лошадок добавили на конный фестиваль или же день открытых дверей конюшни Юрвика, поэтому нужно нам отправиться на ближайшую остановку под названием ферма Санфилд, но вы можете увидеть, что у меня все на английском. Это не просто так. Я буду называть липицанчика на английском языке. Также я передаю заранее всем привет всем ребятам, которые попали в видосик. Пишите в комментариях, если увидели себя. Вот, буду очень рада. Ну и хоть немножко вас порадую тем, что мама, я в телевизоре. Так, вот мы и приехали. Народу сейчас наверняка поменьше, чем днем, а может быть и наоборот. Хотя в игрушке я и сделала день, но на самом деле уже вечерочек. Итак, я просто сейчас чувствую, как те люди, которые мне спрашивали каждый день по нескольку раз, даже в день, когда же выйдет видео, когда ты купишь себе липицана, когда. Я чувствую, как вы меня пилите взглядом. Итак, вот они, новые обновленные красавцы. И на самом деле я все-таки решила, какую масть буду покупать. И она относится к светлым мастям. Это будет не гнедой и не ворон, и даже, внимание, не серый в яблоко. Я решила, что я куплю сегодня себе нового, обновленного вот этого липицана. Потому что он мне больше всех понравился. Хотя, если честно, я безумно еще хочу и белого, потому что для меня липицаны это... Та лошадь, которая должна быть, наверное, либо с шишками, либо с иракезом. И вот так вот грацевать. Даже нет. Она должна вот так вот грацевать по манежу. И просто это очень-очень красиво. Может быть, я его и куплю чуть попозже. А может быть, и не его. А может быть, и в гречку. Но сегодня я покупаю себе вот это чудо. Вот только сейчас будем думать над его стрижкой. Собранный хвост делать не буду, хотя сочетание здесь красивое. Правда, золотые блестяшечки. Но мне нравится длинный хвост липицанов. Он меня устраивает. Вот нужно только определиться. Корешку делать я не буду. Тут либо шишечки, либо иракези. Честное слово, я не знаю. Кстати, давайте посмотрим вообще, как отличается... Старые и новые поколения, второе и третье липицианов. Я даже... Давайте шишки тебе сделаю, пока покупать не буду сейчас, просто чтобы посмотреть, как за эти 6 лет изменилась порода. Она стала... Нет, она выше не стала. Да, если что, здесь на конюшне Юрвика почему-то все лошади висят в воздухе. Я не знаю, как за фризов и кнапструперов, но липицаны висят в воздухе аж на целых 2 копыта выше лошади. Так что могу предположить, что липицан либо такого же роста, либо, ну, совсем чуть-чуть повыше. Он стал шире. Шире, по-моему, стала грудная клетка, туловище. Круп более округлый. Спина, ой, полежать бы на этой спине, пока он бы щипал травку. Мощная грудь так и осталась. Мне всегда нравилось, как у липицанов ярко выражена вот шея, лопатки, грудь, ноги. Это все-таки у них осталось. Бедный старый липицан, ты до сих пор закрываешь один глаз, когда поворачиваешь голову. Почему это никак не починят?
Потом мордашка. Мордашка тоже так и осталась у нас округлая. Единственное, что поменялось, это... Нет, кстати, широкие ноздри, аккуратный подбородочек, широкий лоб. Но, кстати, вот у обновленного он намного шире воспринимается, чем у второго поколения, который постоянно крутит своей головой. Теперь хвост. Ну, про хвост, я думаю, рассказывать не надо, про задние ноги. Ну, мне кажется, стал плавнее угол, под которым стоит задняя нога и локоть. Ну, а в остальном я не знаю, что еще сказать. В лошади как будто бы разные, модельки разные. Ну, вот так вот просто отличия такие. Ложечки, так миленько. Так, ладно. Мы покупаем, наконец-то. Единственное, я не освободила место в конюшне, поэтому, когда я приду в конюшне, мне придется искать его во вкладочках. Но все равно. Итак, ой, вот он, мой обновленный Липицан, которому я не знаю, что делать. Шишку, все, шишки или иракез. Я не знаю, ребята. Вот светло-серому, идеально светло-серому и в гречку, я иракез 100% буду делать. А этому, наверное, все-таки шишки. Ну, попробуем. Если совсем не понравится и не зайдет, я его как бы постригу, расчешу и все прочее. Так, у нас характеристики 3-2-0-0-2 на английском. Я сейчас не вспомню, где что написано. Вместе с прической стоимость лошадки выходит 969 эскат, липицан третьего поколения. И мы покупаем его. Это будет взрослый жеребец. А вот имя сейчас будем придумывать. Итак, вот я не знаю как, не знаю почему, но мне нравится сочетание этих двух слов. Его будут называть Фарлорд. Причем это не конкретное какое-то отдельное слово или там далекий лорд будет. Нет, его именно будут звать слитно. Фарлорд. Жеребец, Липицан, Фарлорд. Я считаю, ему идеально прям подходит. Итак, все, теперь я могу с чистой совестью нажать эту кнопочку «Купить». Are you sure you want to buy this horse? Yes! 6 лет разницы. Это ни с чем не сравнить. Это не сравнить вообще. Вот когда обновляют лошадей спустя такое количество времени, это... О, божечки, это вообще никак не понять тем, кто просто покупает эту лошадь. Нет, я... Так, send to stable. Я не спорю. Ощущение от покупки очень красивой, новой породы. Это прекрасно. Я поздравляю, опять же, снова всех, кто купил обновленных липицанов, кто планирует их покупать. Ну и также очень радуюсь, что я его купила спустя такое большое количество времени. Кстати, видео о покупке опалого лорда, на котором я сейчас сижу, его нет на канале. Оно есть только в группе ВКонтакте Star Stable Equestrians, потому что эта группа появилась впервые всех остальных, которые у меня есть по Star Stable. Там по клубам, так что это видео есть только там. Если вам интересно, вы можете зайти и посмотреть. Это было очень-очень давно. Итак, а тем временем мы отправляемся на конюшеньку смотреть и щупать, и вообще наряжать нашего Фарлорда. Я не могу, я не верю. И после таких покупок всегда хочется заниматься конкретным направлением конного спорта. Вот сейчас я купила липицана, я хочу... Да, лошади тут стоят, не сортированы. Я хочу себе выездкой позаниматься. Не знаю зачем, не знаю почему. Итак, куда бы его поставить? У меня тут просто целая туча арабов стоит, которых нужно покачать, но я не успеваю. Так, breed level. Так, звук задержку. Вот дает. Level. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вот он. Вот он маленький. Просто в уголочек сюда поставим. Тут у меня как раз стоит лайтушка, фарлорд
И потом, наверное, сюда я еще изюми поставлю, после того, как мустанг, из мустанга амуниция сниму. Так, вот он там стоит. Вот. Я не смотрю. Так, поворачиваемся. О, какой ты красивый, Фарлордшка. Нет, как сложно. Фарлорд, просто Фарлорд. Или Лордушка. Все. Если бы здесь можно было бы изобразить какую-нибудь эмоцию из театральной сценки, я бы обморок. Просто обморок бы изобразила. Так, значит, тебе нужно определить недоуздок. У меня есть недоуздок, но он тебе... Это не твой недоуздок, это чей-то другой недоуздок. Так, вот это на тебя можно. О-о-о! Для выставок с породами идеально бы подошло. А других? А другое мне нужно в шкаф идти смотреть тебе. Представляешь, красавчик ты такой? Да. Мне нужно идти на тебя смотреть недоуздок в шкаф. Ой, еще кивает. Какой ты красивый. Так, но надо на тебя хотя бы уздечку надеть. А почему ты не отображаешься? Ой, какой ты! Так, тихо. Пойдем, мой хорошенький. Давай, на выход. Так, я немножечко путаюсь тут в направлениях. Пойдем, мой хорошенький. Ой, какой ты красивый. Как ты шагаешь так аккуратненько. Он еще маленького уровня, такой не спеша. Вот это тело, вот это булка. Я согласна, это булка, это батон. Это батоша. Батоша или булка. Я уверена, кто-нибудь так и назвал. Батоша или булка. Так, все, я тебя отпускаю. И идем мы с тобой в... в наши залежи амуниции. Так, ну, голубой на тебя комплект собирать, это... Я обижу лайтушку, все-таки голубой цвет я к нему как-то привязала. А к тебе, наверное, можно что-нибудь... Не, ну голубой тоже хорошо, конечно, подойдет. Синий. Что у меня, кстати, по синим нагавкам? Так, ну это КПшные. Хотя тоже, конечно, можно. Можно вот эти. А у меня две пары... А, у меня же есть две пары одинаковых нагавок. Вот эти вот. Такие синенькие. Потом... давай-ка вот это. А, это мне надо, это мне надо. Вот это мне тоже надо. Так, и по амуниции, мне кажется, в заначке. Да, у меня еще осталось черное седло. Такое черное седло с уздечкой. Уздечкой пока сюда. Надо навести здесь порядок. Наконец-то. Или, может быть, вообще на тебя комплект этот надеть? Нет, пока так тебя оставим. Но ты посмотри на себя. Ты ж такой красивый. Ой, а у тебя же еще косичка на хвосте, когда ты с шишечками. Так. Боже мой. Боже. Я в обмороке. Я на Луне. Ладно, я не на Луне. Я просто на Фарлорде. Неважно, это до безумия, просто очень-очень красиво. И сейчас мы выйдем из конюшни, включим день, потому что вечером ничего не видно. Такой вот красавчик. Как он смешно шагает. Я вроде бы каталась до этого на Вороном, на другом аккаунте, да, я купила себе там Воронова без записи. Рабочий лилипециан. В КП, в GCG, точнее, конная полиция. Но ощущения совсем другие. А вот тут на основе, на основном аккаунте, это так мило. Так, давайте посмотрим его доп. Анимации. Начнем мы с вот этого тыдыжа. Я вот тыдыж называю. Очень классно, в спойлерах это выглядело намного хуже. И мне кажется, он там прыгал даже еще выше. Во время выполнения данной анимации конь делает один хороший... Даже нет, два шага вперед маленьких по расстоянию. То есть мы на месте не стоим, мы движемся вперед. Потом следующая у нас анимация на дыбах.
Раньше на втором... Так, я опять почему-то ногами держу, точнее коленками повод. Мне это не нравится. Вот. Раньше данная анимация была на пробеле у второго поколения. Теперь ее сделали просто вместо свечи. Ну, по сути, это есть свеча. Свеча лепится. Так, следующая анимация у нас на shift. Когда мы с шага переходим через shift на следующий аллюр, то мы вот так вот красивенько горцуем. Очень красиво. Очень красиво, мне нравится. И мне, я бы так даже, наверное, рассила по большей части. Потому что благодаря изменениям в скорости переключения анимации мы можем спокойно данным аллюром ехать рез, потом резко назад и вперед. Дважды. Ну, сейчас попробовать хочу. Я сделаю это. Ну вот да, вот кое-как. Кое-как. Но все равно очень красиво. Так, это у нас манежный галоп. Или легкий галоп. Ну, очень нравится. Я прям вообще. Еще бы, если бы вот как-то на заду повернуться можно было. Значит, ладно. Шаг, рысь, манежный. Потом галоп. Мне одной кажется, или на лепицании персонаж очень как-то динамично покачивается в седле. Или мне кажется, прям очень динамично в области таза. Так, и карьер. Вот когда он бегает на карьере, я так и не нашла. Я обещала всем своим соклубникам, что найду это видео, но мне не везет пока что. Возможно, в ТикТоке кто-то находил песика, там, по-моему, хаски или маламут, которые в комбинезончике. И вот когда он в комбинезончике гуляет по улице из-за неудобства или то, что ему неприятно, он вот примерно так же прыгает, только чуть помедленнее. Я хочу все найти этот видосик и показать ребятам, но не получается. А так вот один в один. Так, и остановка. Ого. А почему у нас попа в воздухе? Вот, сейчас нормально. Остановка очень резкая. Прям моментальная, я бы сказала. Два маленьких шажочка. То есть давайте попробуем остановиться. Ого. Вот ради интереса мы сейчас будем карьером вдоль забора бежать и постараемся остановиться прям... Ну, почти! Вот почти с первой попытки. То есть моментальная прям остановка. Шаг назад. Красиво. Очень красиво, плавно, аккуратненько. Не поломано. Мне очень нравятся ноги. Ноги. Вообще вся лошадь мне не нравится. Красивый. Красавец. Красавчик такой. Очень довольна. Прям слов нет. Если у вас есть любовь к мощным шеям, к горбоносикам, и чтобы типаж тела был тоже не из легких, а такой достаточно мускулистый, и вы любите выездку, я вам советую либо Пасофина, либо Липицианов. Они идеально подойдут под все эти требования. Очень красиво. Нравится. Ну, а там смотрите по именно по тому, какая анимация у них на аллюрах. Я не знаю, что еще у этого коня посмотреть, но я просто не хочу с него слезать. Это чудо. Это просто фарлорд. Это мое серенькое липицианское чудо. Ну-ка. Ну-ка, раз... Два, три, четыре. Ой, ты какой молодец! Ты у меня осаживание с первого раза сделал. Надо же, какой хороший. Все, я хочу срочно потом пойти на реальную выездку, позаниматься. Я имею в виду ВССО, реалистичную выездку. На нем меня нужно погонять. Меня погонять на фарлорде. Ну, он так красиво. Но не забывайте, кстати, ребята, сейчас он только первого уровня. Он первого уровня с максимальным уходом. И у него нету хороших подков. Кстати, о подковах. Мы эти выкидываем.
Да, мы их выкидываем. И я решила шиковать. Теперь я покупаю подковы. Да, я теперь на самых любимчиков, на самых любимых коней. Да, и ты входишь в их число. Я буду покупать подковы. Если раньше у меня была всего лишь одна пара хороших подков, которая кочевала между лошадками, которые я вечно теряла у себя в конюшне, то сейчас у меня за 140, наверное, лошадей. Я считаю, что да, искать среди 140 лошадей одну подкову на максимальные характеристики, это такой ужас, такой кошмар. Вы даже себе не представляете. А может быть, и представляете. Ну, я надеюсь, вы меня поймете. Так что вот такая вот вышла покупочка Липицианы. Надеюсь, она вас очень-очень сильно порадовала. Особенно тех, кто долго-долго тюкал меня аж со среды, когда я же куплю Липициана, какой масти. Вот, пожалуйста, купила серой масти, даже не в яблоко и даже не гречку, и просто не светло-серой, а вот такой именно серенький. Красавчик. Так что мы с Фарлордом будем теперь налаживать отношения, общение. Буду на нем тренироваться. В выездку посмотрю конкур. Но, наверное, все-таки он пойдет исключительно в выездку. А, кстати, конкур. Мы не смотрели, как он прыгает. Это же очень интересно. Давайте посмотрим. Ой, ну прыжок у него действительно очень смешной. Не, явно не конкурный конь, вообще никак. Единственное, что он хорошо прыгает, это свою специальную анимацию. Нет, 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 нет. Это исключительно выездка. Выездковый конь. Вот, так что на этом все. Спасибо, что посмотрели это видео, дождались его выхода. Пишите комментарии, каких липицианов купили вы, планируете ли купить. Ребята, которые скупили всю породу обновленную, тоже пишите. Я вас, опять же, таки поздравляю с этим событием. Я желаю нам удачи с нашими липицианщиками, чтобы у нас все было хорошо. У кого выездки, у кого-то, может быть, в конкуре. И на этом я буду с вами прощаться. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! Ну и до встречи в следующем видео. Ой, а я пойду просто кататься по манежу и наслаждаться Фарлордиком. Thank you.